Большинство считают старость концом всего. Никто не хочет допустить тот факт, что в старости все может только начинаться. И люди, о которых пойдет сейчас речь, тому доказательство. С вами проект «Магнит» и «5 минут жизни». Это 104-летний спортсмен Фауджа Сингх, родившийся 1 апреля 1911 года. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый марафонец в мире. Также поделился секретами своего долголетия. Фауджа советует всегда мыслить позитивно, не пытаться изменить то, чего вы изменить не в силах, заниматься спортом и правильно питаться. Фауджа Сингх переехал в Лондон к сыну в 1992 году из индийской деревни, похоронив на родине жену. Образ жизни британских ровесников удивил Фауджу. Большинство пожилых людей тут едят жирную пищу, почти не двигаются, сидят дома и путешествуют на машинах. Неудивительно, что они не чувствуют себя здоровыми, говорит Фауджа. Одним словом, движение есть жизнь. Именно этот принцип стал основополагающим в столь феноменальной физической форме векового Сингха. Что вы подумаете, если я вам скажу, что человек сумел сдвинуть гору, что он сумел пробить ее насквозь? Наверняка первым делом вы не поверите и засомневаетесь, но мы это исправим. Дашаратх Маджхи родился в 1934 году и, увы, скончался 17 августа 2007 года. Он был известен как Человек горы. Родившийся в бедной семье в деревне Гехлор поблизости от города Гая в индийском штате Бихар, семья принадлежала к одной из низших каст. Но давайте отойдем от биографии и перейдем к самой истории. Дело в том, что родная деревня бедного индийца Дашаратха находилась достаточно далеко от больших населенных пунктов, и жителям приходилось преодолевать огромное расстояние всякий раз, когда нужно было добраться до цивилизации. Власти тем временем игнорировали просьбу жителей прорубить тоннель сквозь назойливую гору. Однажды жене Дашаратха срочно понадобилась медицинская помощь, но до ближайшей больницы было не менее 75 километров, так как нужно было обходить гору, и женщина так и умерла, не дождавшись лечения. И тогда Дашаратх понял, так больше продолжаться не может. Если никто не хочет повернуться лицом к жителям бедной деревни, придется взять все в свои руки. Дашаратх взял с собой молоток, зубило и прочие нехитрые инструменты и отправился к горе. День за днем, ночь за ночью он продолжал долбить скалу. Дашаратх не сдавался и год за годом продолжал метр за метром долбить проход в скале. И вот спустя 10 лет лаз в горе стал все глубже, а через 22 года гора покорилась, и Дашаратх Маджхи вышел с другой ее стороны. И теперь расстояние до ближайшего населенного пункта составляет 1 километр вместо прежних 75. Упорству и невероятной силе воли этого человека можно позавидовать. Это в лишний раз доказывает, что если методично день за днем прикладывать свои усилия в направлении чего-то, то в один прекрасный день это обязательно даст свои результаты. Так что давайте не сдаваться, давайте помнить, что порой для каких-то дел попросту нужно время и упорство. И напоследок мы расскажем вам о 70-летнем Сэме Брайанте, который не понимает, как это чувствовать себя старым. Каждое утро Сэм начинает с работы со свободными весами, превышающими его собственную массу в два раза. Единственные препараты, которые он принимает, это витамины. А субботние ночи он предпочитает проводить на танцполе в клубе. Секрет же его столь прекрасной физической формы не столько в диете и тренировках, сколько в психологии. Я не позволяю себе думать о себе, как о старике. Как только я это сделаю, все рухнет. В моей голове работает иная установка, говорящая об обратном. И как вы видите, я ничем не уступаю молодым. Последок хочется сказать, что всех этих людей назвать стариками просто язык не поворачивается. Они в лишний раз доказывают, что старость – это не приговор, что со старостью еще не все кончено, что жизнь продолжается ровно до тех пор, пока мы в нее верим.